Сильное наводнение в Венесуэле продолжает приносить человеческие жертвы. На этот раз бедствие обрушилось на город Маракай в 120 километрах от Каракаса. Сообщается о троих погибших. Это произошло вчера на ровном месте. Я думала, что это ручей, потому что в дождь он шумит. Но потом я увидела, что это дверь гаража. Сейчас мы у сестры ждем помощи, потому что мой дом в зоне риска. Слава богу, ничего не случилось, но грязи полно. Часть вещей в одном месте, часть в другом. Пошел ливень, и мы услышали грохот. Потом мы увидели дверь гаража на улице и лавину. Река целиком влилась в наш дом. Внутри около метра, полутора метров воды и грязи. Мы просто приехали посмотреть, что можно спасти. Потоки воды и грязи разрушили много домов. Пострадало около 50 семей. Уже 2 месяца в стране сильные дожди. Все началось вчера в 2 часа дня. К счастью, здесь были только садовник и уборщица. Они смогли уйти, когда услышали гул реки. Родители были в городе. Садовник и уборщица выбежали и слышали, как грохотали камни, ломая стены, ворота и окна. За последние недели ливни в штате Арагуа оставили без крова сотни людей и несколько десятков погубили. 8 октября масштабный оползень сошел в городе Лас-Тихерес. Там погибло не менее 54 человек. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.